Между песнями чуть-чуть рассказывать, потом перестану. Ехали сейчас, когда к вам, к нам в купе подсел один северный такой шаман. Вот, и он просто зашел. Вот. И мы ему говорим: дружище, просвети нас, ты как бы язычник. Вот. И он сказал, что я могу раздать вам тотемы всем. Вот, ну, сказать, кто из вас кто. Я говорю: давайте я первый. Он говорит: ты, говорит, волк. Я такой: ну да, вот. Посмотрел на Олега, говорит: ты, говорит, орел. Вот. Мы такие: да, все нормально, орел. Посмотрел на Диму, вот. Он говорит: ты, говорит, как тигр. Вот. И одного из нас он сказал, что он просто лось. Не буду говорить, кто.